Всех с Пасхой, жизнь ворам. Издание «Орловские новости» опубликовало видео, на котором заключенные Орловской исправительной колонии номер 2 отмечают Пасху. На видео видно несколько столов с едой и напитками, к которым подходят заключенные. Один из них произносит речь перед собравшимися и поздравляет с праздником от имени криминальных авторитетов. После этого осужденные несколько раз повторяют «Жизнь ворам» и «Христос воскресе», а затем приступают к трапезе. Здорово! От Арсена Ереванского, от братьев наших старших, от положенца Ромы Шамана, от братвы лагеря. Всем дай Бог вам здоровья, вашим родным и близким, наилучшего всего, да, от Господа Бога. И Христос воскрес! Жизнь ворам! Собеседник «Орловских новостей» утверждает, что подобные ситуации в колонии не редкость, и происходят они по указанию того самого оратора из видео. Якобы именно он также был причастен к избиению заключенного Орловской колонии 31 мая. Во ВСИН сообщили, что в колонию для выяснения обстоятельств уже направили комиссию центрального аппарата ведомства. В любом случае, сотрудники ВСИН будут наказаны за такой банкет, считает бывший заключенный, глава Ярославского отделения «Руси сидящий» Руслан Вахапов. Если это на плаце, там празднование идет, столы накрыты, и люди православные отмечают Пасху, то, в принципе, в этом ничего такого страшного нету и такого, из ряда вон выходящего. Все продукты, в принципе, могли завести через передачи. Денежные средства, кто на это дают, да сами же зэки собрали, скинулись там по 300, по 500, по 1000 рублей. Ну, скажем так, если вам показать фотографии, как мы отмечали Новый год в ВК-1, несмотря на то, что там убили и тому подобное, когда готовится, например, 100 килограмм салатов на 100 человек, то есть там 150 яиц на отряд привозили, нам их в столовой красили, и мы раздавали. Это не совсем по правилам ПВР, да, одарение, отторжение у нас запрещено. То есть, естественно, значит, сотрудники идут на какое-то там небольшое нарушение, закрывают глаза, что все вместе кушают. Я думаю, то, что будут увольнения, то, что допустили такое. Руслан Вахапов, замглавы ведомства Валерий Максименко, пообещал, что руководитель колонии и его зам будут уволены. Бездеятельность сотрудников колонии налицо, они не контролируют то, что у них происходит. Это вопиющее нарушение, просто безобразие, сказал он, пишет «Медуза». При этом Максименко уточнил, что само празднование Пасхи не противоречит правилам колонии, но должно проходить под контролем и при участии руководства учреждения. Напомню, что в прошлом году в сети появились кадры с участием члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза. Осужденный на 20 лет за массовое убийство мужчина вместе с сокамерниками ел крабов, заедая деликатесы икрой. Как выяснилось позднее, Цеповяз пользовался привилегиями в колонии на протяжении нескольких лет. Ряд сотрудников колонии были уволены со своих пост.